И поэтому сегодня и в музее тоже день открытий. И день открытия не столько нового имени, сколько новой личности. Личности неординарной, которая из той далекой солнечной Армении несет нам и радость культуры, и необычность природы, и доброту души, и широту этой души. Это говорит о том, что Долгопрудный город многонациональный. Мы любим здесь всех, кто идет с добром. Мы принимаем любое творчество, любой талант. Поэтому, уважаемый Арашотович, мы очень рады. И сегодня уже по поручению... Ну, идите, давайте сфотографируем вместе. И сегодня уже по поручению главы нашего городского округа Долгопруда Олега Ивановича Троицкого, по поручению администрации, я искренне благодарна вам за то, что вы поверили в нас, поверили в город, поверили в наш Долгопрудненский историко-художественный музей. И я думаю, что мы сейчас с самыми громкими овациями поприветствуем это новое имя, новую личность в нашем Долгопруде. Спасибо вам.